Художественная гуашь – это популярная краска, предназначенная для живописи, графики, плакатов, скетчинга и других живописных работ. Она также подходит для декоративно-прикладного творчества и занятий с детьми. Гуашь хорошо ложится на плотную бумагу и картон, а также на дерево, грунтованный холст и другие впитывающие подложки. Гуашевые краски Таир изготавливаются из пигментов и клея с добавлением белил, что придает красочному слою характерную матовую бархатистую поверхность. При высыхании все гуашевые краски слегка меняют оттенок. Однако в профессиональной гуаше эта разница практически незаметна. Гуашь Таир обладает мягкой однородной консистенцией и хорошей кроющей способностью. После высыхания краска легко смывается водой. Традиционно для работы с гуашью используются мягкие кисти, полонок, белка или синтетика. Но для плотных фактурных мазков можно брать и кисти с жестким ворсом. При желании краски разводятся водой до получения полупрозрачного красочного слоя. Сильное разбавление водой позволяет добиваться плавных акварельных лессировок. Гуашь позволяет работать в разных техниках. С графита, сухая кисть, плотный мазок, штамповка и другие. Краска подходит и для нанесения тончайших линий, и для широких градационных пассажей. Гуашевые краски Таир представлены в широкой классической палитре, более чем из 40 цветов для создания гармоничной гаммы оттенков и живописных переходов. Гуашь продается поштучно в банках 50 и 100 мл, а также в тубах 45 мл. Также представлены наборы из 8 и 12 оттенков. Гуашь и Таир очень приятно работать благодаря ее кремовой консистенции, высокой укрывистости и ярким насыщенным оттенкам. Все больше художников заново открывают для себя гуашевые краски как профессиональный материал.